Осторожно, дистанционные мошенники в активном поиске жертв. За последнее время жители Кировска и Апатитов перевели злоумышленникам более 70 тысяч рублей. Преступных схем немало. Есть и новинки. Например, онлайн-кредитование. Именно на него и попадаются в последнее время люди разных возрастов. Житель города Апатиты решил взять в кредит в сети интернет денежные средства в размере 250 тысяч рублей. В ходе переговоров с якобы сотрудниками банка он оплачивал страховку вклада, инкассацию, заведение кредитного дела. В общем, рассчитывая получить 250 тысяч кредита, 53 тысячи он перевел злоумышленникам. По статистике правоохранительных органов, так называемые онлайн-банки в подавляющем своем большинстве – это орудие мошенников. Сотрудники полиции снова и снова призывают граждан быть бдительными и не переводить деньги бездумно.